Итак, господа строители, пришла весна, и мы мучаемся от безделья и решили вот тут вот эту площадь заложить вот такой вот плиткой. Для начала нужно выкопать здесь площадь, так как у нас плитка 4 сантиметра толщиной, площадь должна быть 10 сантиметров глубиной, не больше, примерно, скажем так. 10 сантиметров выкапываем. Так как земля здесь более-менее уже твердая, поэтому ничего не будем засыпать ни шотером. Машины здесь ездить не будут. Ну и поехали. Посмотрим, что дальше. Таким образом начинаем откапывать. Трава-то идет хорошо. Легко вроде. Дальше посмотрим. Выкопать, а дальше будет видно. Хотя 15 минут. Немножко разогрелись. Почти половину уже сделали. Трава идет быстро, хорошо. Свободно. Таким вот образом потихоньку выкапываем. Ну вот, уже почти заканчиваем. Осталось немного. Начало положено. Сантиметров 10, где-то 12, может быть, максимум. Остальную землю мы вытащили, раскидали. Ее нужно немного утрамбовать. А потом пойдет песок. Песок обтягиваем и вперед. В общем, осталось совсем немножко. Скоро будет готово. Когда вы увидите этот ролик, скорее всего, уже будет лето или осень. Но факт, что сделаем. Засыпаем песок. Ровно столько, сколько нам надо. Трубы уже лежат. Ну, дальше я покажу. В общем, осталось немного. Увидите. К зиме будет готово. Песком мы засыпали. Ровно столько, сколько нам надо. Я думаю, хватит. Затем ложим трубы. Я уже предварительно положил. Трубы ложим. И выставляем 3 сантиметра над нашим готовым уровнем. Не над нашим, а до уровня. Скажем, это готовая высота. Значит, 3 сантиметра ниже, чем эта трава. Так как у нас плата 4 сантиметра, то будем надеяться, что 1 сантиметр сядет потом и будет вровень с травой. Или с чем-то другим. Кто как хочет. И выставляем по воде, естественно. Или выставляем так, как кому угодно куда-то уклон. По воде между обоими трубами. И по воде куда уклон или без уклона. И затем оставляем по уровню, чуть там более-менее. И между собой тоже, я уже проверил между собой, чтобы они были на уровне. Тут тоже более-менее, чтобы она плотно стояла. И затем делаем вот такую лату. Вот так она выглядит. Подсыпаем песочек везде немножко и обтягиваем, чтобы везде был ровный слой песка. Трубы, естественно, продвигаем со временем и дальше уже ложим. Сейчас посмотрим. Вот такие вот песка не хватает, нужно его подсыпать и протянуть. Это красиво. Таким макаром делаем все ровно. Красиво.
Это можно проделать как одному, так и вдвоем. Именно вот так вот получается это все. Трубу потом убираем, засыпаем дырочки и все, готово. Таким вот образом обтянули более-менее ровно по воде, можно сказать. Дальше дело техники. Нужно ложить плиты, резать и ложить. У кого не надо будет резать, хорошо. Тут придется немножко подрезать. Трубу убираем и ложим плиты. Климат макаром потихоньку укладываем. Потом под конец их выровняем. Тут все зарезать, вот сюда. Посмотрим. Так, немножко уложили. Это значит, нам придется зарезать тут. Это дальше потом пойдет. Сегодня нельзя, сегодня праздник. Зарежем завтра. Вот примерно так. И вот таким вот образом ложим, значит. Аккуратно. Так вот она получается. Дальше будем зарезать все-таки. Примерно так. Потихоньку. Получается, в общем, вот так вот, примерно. Продвигается наша работа. Резать будет готово. Замеряем. Рисуем на камнях, ну и дальше потом зарезаем.
Вот таким вот образом получается потихоньку. Остается немножечко напилить. Ну вот, как я и обещал, к зиме будет готово. Сегодня 5 апреля у нас. Наступила зима. Или наступает. Успели сделать, в общем. Травку уже посеяли, зарезали. Вот таким вот образом оно выглядит. Осталось только немножечко, может быть, подстучать камни. Выровнять более-менее. И все. Всем привет!